По хакерам в Украине хотят ударить уголовным кодексом. Кабмин предложил законопроект, который предполагает суровое наказание за киберпреступления. Например, за хакерскую атаку могут дать до 8 лет тюрьмы. За передачу третьим лицам информации о программном обеспечении объектов вроде атомных станций могут отправить за решетку на срок до 7 лет. За распространение вирусов штраф до 4 миллионов гривен и лишение свободы до 6 лет.